На канал Мир Всем. Сегодня погода такая еще. Вроде все замерзло. Тепло. В общем, перейдем к делу. У меня там в комментариях один парень, я его имя забыл, можете зайти почитать. Пишет, что я, говорит, согласен свои органы отдать, но при условии, что мне государство при жизни будет оплачивать. Вот этому парню хотелось бы сказать, что вы задайте себе лучше вопрос, а как вот можно, до чего можно довести гражданина, вот именно вас? Наша власть до чего вас довела, что вы согласны уже пойти на крайние меры, чтобы прокормить свою семью? Ведь если бы наша власть хорошо относилась к народу и законы бы работали во благо народа, вы бы этого не написали. Вы бы, возможно, работали где-то на заводе. Может, тем же трактористом были бы или еще что-то. И не думали бы о таких крайних мерах для того, чтобы прокормить свою семью. А я думаю, что это намеренно нашей властью делается. Что работы нету, заводов нету. Хотя сами они получают хорошую зарплату, а при этом народ страдает. Я опять же повторяюсь, я никого никогда ни к чему не призывал и не призываю. Я против каких-то правомерных действий, тем более в отношении власти, так как вы сами знаете, что бы гражданин ни сделал в отношении власти, даже если он будет прав, он все равно выйдет виноватым. Просто вот этот парень, вот послушайте внимательно то, о чем я говорю, и задумайтесь. Ведь вы не от хорошей жизни решили такое написать. Значит, довели вас до такого состояния, что вы решили написать такой комментарий. Вы уже идете на крайние меры для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Никому не пожелаю такого, чтобы человек, родитель, такое написал от отчаяния, от безвыходной ситуации, что готов отдать свои органы при жизни для того, чтобы ему оплатили дальнейшее существование его семьи. Это, знаете, мне напоминает, я забыл только его имя, по-моему, президент Африки был, который ел с тех, кто ему нравился, но это еще, по-моему, при Советском Союзе было. Вот наша власть, она ничем от этого президента, по-моему, Бакоса его звали, по-моему, могу ошибаться. Вот наша власть, она ничем от Бакоса не отличается. Тот ел людей, даже, по-моему, тех, кто в предвыборных гонках с ним участвовал. А наши хотят собственных граждан пустить под нож. И еще я прочитал в интернете, что с мертвого-то органы не берут. Человек должен быть, как говорится, еще теплый и живой. И видя такое отношение наших депутатов к нам, нашей власти, простым гражданам, я не удивлюсь, если человек с простым аппендицитом не будет выходить из больницы после того, как попадет туда.